Продолжаем, дорогие друзья, и на очереди у нас шестой поединок. Весовая категория до 72,5 килограммов. Рефери в ринге Денис Сиденко. На основе объективного экономического анализа с учетом нарастающей инфляции, а также цейтнота при подготовке к экзамену по стратегическому менеджменту в политехе для поддержания хорошей физической формы я занимаюсь кикбоксингом и выступаю по версии W5, что я вам сейчас и продемонстрирую. Ladies and gentlemen, please welcome Алексей Алексеев. Ladies and gentlemen, to the blue corner is invited. Hello, my name is Rehan Esso. I'm 21 years old. My last fight was last month, the W5 in Israel. Opponent was Ivan Babashenko. It was a good fight, hard opponent, but I showed him my power and my knees. I'm fighting Alex Alexeev now at W5. You're gonna feel my power in my knees, the immortal. And please welcome Richard Ursel. In the red corner fighter, 23 years old, 180 centimeters, weight 72.5 kilos. His professional record of 11 fights, 8 wins, 3 victories by knockout, 3 losses. Ladies and gentlemen, the representative of the Russian, Alexey Alexeev. In the blue collar fighter, 21 years old, 189 centimeters, weight 72.5 kilos. His professional record of 5 fights, 5 wins, 1 KO. The representative of the Netherlands, Richard Ursel. Шестой поединок сегодняшнего вечера, очередной поединок весовой категории до 72,5 килограмма. Встречаются ребята, которые в группе Б занимают на данный момент второе и последнее место. Реджан Эрсел имеет одну победу в своем активе, имеет 2 очка, и W5 так и останется на втором месте, или, возможно, уступит вторую позицию Алексею Алексееву, если проиграет нокауту. Ну, я так понимаю, что его победа, наверное, все-таки была в экстра-раунде, если 2 очка. 2 очка победа не нокаутом. А, не нокаутом, вот таким образом, да? Можно, ну, соответственно, если KO, то это 3 очка. 3 балла, да. За поражение в экстра-раунде 1 очко. Ну, я, например... А, как раз, да, Реджан Эрсел выиграл у Ивана Бабаченко поединок в Орле. И выиграл, да, именно решением по очкам.
студентом политеха является Алексей Алексеев, и он заменяет по ходу турнира выбывшего Артема Кошелева. Вот как раз Артем Кошелев проиграл Максиму Скодаренко. Здорово сейчас Алексей ведет поединок. Вы знаете, сейчас немного поговорил с Сергеем Майхватом. Он как раз возил от Федерации кикбокса России Алексеева на Кубок мира времени. Там он стал вторым. Но несколько слов о нем. Он сказал, что парень очень интересный в потенциале. Если мы с вами заметили, что не горит даже перед таким парнем, которого уже раскрутили, расперли, у которого нет на этого поражения в рэкетсе. Ждет боя, сам хочет боксировать. И, посмотрите, есть определенные еще такие интересные действия в его арсенале. Вот эта вертушка, раз за разом, которая проходит. Классно выполняет ее Алексей, достаточно высокой скорости. Правда, он ее не скрывает, он должен скрыть за счет рук, мне кажется, а потом ударить. Тогда она будет более качественной. Очень высокий для этого веса Реджан Эрсель, 189 сантиметров. Сейчас точно попадает Алексеев. После правой руки на левую. Сразу же попятился назад, несколько шагов сделал Эрсель. И тут же вернулся. Вот она, вертушка. Знаете, уже такой звоночек, мне кажется. Третий раз она попадает в туловище. Мне кажется, еще чуть-чуть, и, может быть, Леша может найти эту самую... Тот самый эпизод, когда, возможно, будет нокаутировать даже баланс. Да, если раз за разом попадает, видимо, тот не считает нужным закрываться от такого варианта. Сейчас тоже Алексей сейчас как раз навстречу сделал тихо, очень точный удар. Через правую на левую руку раз за разом точно проходит это действие. Кстати, в любителях Алексей сборной страны. На встречных курсах идет поединок. Никто не хочет работать вторым номером. Оба пытаются наступать. В центре ринга, как правило, происходят эти все события. Начали они клинчевать друг друга. Причем и Алексей. Вот она, вертушка. Посмотрите, под удар справа. Она просто прилетела совсем рядом. Буквально несколько миллиметров. Еще чуть-чуть. И, может быть, тот самый желанный нокаут у Алексея. Не надо Алексею вестись как раз на поводу соперника из Голландии. Вот в этом случае все время клинчуется, лезет сам этот клинч. Это большая, мне кажется, проблема. Это как раз та самая работа, которая Россия пускает в себя. Это там, прямая связь с Таиландом. Естественно, основой является для этого бойца тайский бокс, как я понимаю. Это видно, в принципе, его технические возможности. Алексей должен здесь чуть-чуть видоизменить тактический рисунок. Не работает на средней дальней дистанции. Среди большого рисунка ходить в рейтинг. Этот бойцов. Как бы это ни парадоксально звучало, потому что Сергей ниже ростом, у него не такие длинные конечности. Тем не менее, в клинч идет именно его соперник. На встречу, кстати, хорошо попадал Алексей, и хотелось бы посоветовать ему продолжать встречать. Но, Fighters in the middle. Соперник, именно тайский клинч все-таки. Я хотел сказать, да, тайский, не боксерский клинч. Боксерский клинч с собой бывает тяжелые удары из бокса. Раунд 2. Или там стройный, стройный удар от него. Здесь это ничего мы не увидим. Это очередная вертушка. Это слегка погрустнел голландский спортсмен. Но нет результата, к сожалению. Так часто выпускает вертушку Алексей, но нет результата достаточно серьезного эффекта. Вот опять вертушка не подготовлена. Не после рук. Этот удар, мне кажется, в боксе наносит после доминации с руки, либо одна рука удара. Здорово, любит Алексей использовать налево снизу. Даже кулак держит. Вот и Маминати называется. Справа навстречу. Сам бросился Алексей и пропустил тяжеленный удар. Справа. Броски опять, скачки он делает эти удары. Что уже не раз я говорил, сильные мастера никогда не бьют скачки против сильных своих соперников. Потому что на ногах подходить под свой собственный крылок. Еще Алексей, мне думаю, сейчас может его добить. Эрсель, хотя Алексей не пробит еще, боец быстро остановился. Сам попадает сейчас в размене
но и пропускает. Идет Арсен вперед, пытается добить Алексеева, но хорошо Канатов отрабатывает Алексей. Сейчас опять нокдауна не было. Сейчас сам Алексей падает под давлением. На самом деле, все еще плывет опять. В состоянии дороги находится наш боец. Боец из России, поэтому сейчас только пожелаем ему выстоять в этом случае. Ну и вернуться в бой, естественно. Да, здесь уже как чуть-чуть жертву. Знаете, жертву почувствовал Эрсен в лице Алексея. Сам Бекфест. Давление, конечно, сейчас. Сейчас Алексей. Очень серьезное давление испытывает на себе. Пропускает. Сейчас нокдаун, да, тяжеленный удар. Подломлен Алексей. Подломлен. И сейчас, на самом деле, уже еще удара не было. И просто давление стало. Алексей на себе. Правило трех нокдаунов действует W5. Означает, что если еще раз Алексей упадет, если еще раз будет послан нокдаун, то это будет закончиться. Сейчас разменит сам, сейчас сам Алексей падает, зачем падает, непонятно. Ну, возможно, непонятно, чтобы потянуть падает время, прийти в себя. Ну, видите, это так неправильные действия. Все, еще один, да. Знаете, падать самому, если отказываешься от боя, конечно, не останавливает этот поединок. Потому что здесь это идет избиение. Денис Сиденко, кстати, все время чемпион страны спорта. Денис Сиденко дает продолжение боя. Хотя Вадим Николаевич Клещевков, главный судейского корпуса, главный стола, говорит, что зря вы продолжаете этот бой. Третий раунд, если сейчас Алексей Алексеев переломит ход этого боя, это будет настоящий подвиг. Минута была у него для того, чтобы восстановиться. Второй раунд, конечно, кошмарный. Ничего тут не скажешь. Но вот именно в рубке искать счастье, потому что вот тот самый удар, один и единственный, о котором мы сегодня много с вами говорили. Да, это раз. Просто вторым номером и бегать, по большому счету, это соперник из Голландии. Но Алексей выбирает как истинный воин, духовитый боец из нашей страны, выбирает как раз первый путь подраться и еще получить все-таки этот шанс нокаутировать своего соперника, который трижды уже отправлял его на насел. Вот атакует Алексей. Единственный момент, мне нравится со стороны Алексея, что он постоянно падает после определенных ярких действий со стороны голландца. Что падает он, именно спасая себя. Падает из-за наскоков, да, то есть не выдерживая вес соперника. Сейчас лоу-кик пропущенный, его опять же падает. Очень странно, вот это еще раз тяжелый лоу. Да, по внутренней стороне начал работать голландец, уже откровенно уходит от боя Алексей. Здесь, конечно, опять превращается это все в избиение. Это как раз вот сейчас, знаете, второй путь выбирает уже Алексей Алексеев, спасаться уже от своего соперника, дабы не упасть уже на нокаут. Да. Заканчивает бой, да, абсолютно. Джен Эрсель очень серьезный оппонент для любого практически соперника. Уже не первого нидерландского спортсмена высокого уровня
точно выходит. И для награждения победителя в ринг приглашается президент компании Green Hill Джангир Риас. И остается в этой группе один поединок Эрселю. И как раз этот поединок будет против Евгения Телица. Очень серьезный будет бой, очень интересный. Да, потому что там похожие бойцы друг на друга и по травматическим данным, и по техническим возможностям. Единственное, я бы сказал, что... Weight could increase 72.5 kilos. Victory by knockout in the third round of Richard Ersel, Netherlands. Первый нокаут сегодняшнего вечера. Что тут скажешь, остальные бои были настолько зрелищными, что даже, например, у меня не возникает никакого сожаления по поводу того, что нокаутов не было. Но сейчас, конечно, расстроило то, что в нокаут отправился технический Алексей Алексеев. Наш соотечественник, только поэтому.